вообще найти в этом городе работу? Уважаемые члены совета, Пол Карпентер. Очень рад, что вы нас нашли. Чем увлекаешься в свободное время? Да у меня так-то все время свободное. Это был поистине забываемый опыт. Благодарим за потрясающее собеседование. Вы нас очень впечатлили. Мы требуем от наших сотрудников абсолютного совершенства. Чем они тут занимаются? Наше бюро занимается планированием совпадений. Вы влюбляете людей? Мы помогаем им влюбляться, разводиться, открывать гравитацию. Я кое-что потерял, кое-что поистине бесценное. Это дверь. Если точнее, переносная. Переносная? Я прошу тебя найти ее. Тук-тук. Через нее можно попасть куда хочешь? Эта работа вдруг стала работой мечты. Бежим! Ну и ну! Операция «Мелкий шрифт». Мы смогли подчинить себе волю этой юной особы. Представьте, что мы сотворим с массами. Надо их остановить! Я не могу найти слов, чтобы описать, что с вами сотворят. Кто закроет дверь, тот ее и получит.